Грамотная речь всегда считалась залогом успеха. Каждый оратор должен уметь моделировать тембр голоса, произносить нужные фразы с правильной интонацией, а также улучшать культуру речи в целом. Этому и многому другому обучал студентов Казанского федерального известный телеведущий Тимофей Вагнер. Мероприятие, организованное бизнес-кейс-клубом КФУ, было посвящено знакомству с навыками, позволяющими уверенно выступать перед публикой и успешно проводить переговоры. Ораторское искусство – это тот самый главный инструмент, которым пользуется любой успешный человек. Если вы обратите внимание на любую сделку в бизнесе, на любую презентацию, да даже курсовую защищать, надо делать это красиво, надо это делать органично, чтобы вам поверили те люди, которым вы доносите какую-то информацию. Поэтому ораторское искусство – это самый важный инструмент 21 века. С помощью него можно решить любые вопросы, в том числе дипломатические, политические, экономические. В общем, ораторское искусство – это будущий предмет, мне кажется, в любом вузе. Гость университета начал мастер-класс с вопроса слушателям, чтобы они сами хотели узнать. В основном студентов интересовало, как удержать внимание слушателей на себе, как легко установить контакт с любым собеседником и, конечно, как перебороть страх перед выступлением. Ну, это, наверное, самый популярный вопрос, как побороть страх. Просто выходите и борите. Вот. Тут ответ только один. Надо выходить, преодолевать себя, с собой побороться, выйти и выступить. Все. Студенческий мастер-класс был проведен в стенах вуза не случайно. Как отметил ведущий, специалисты, отлично владеющие ораторским мастерством, всегда будут востребованы и смогут легко найти работу. И не секрет, что таких людей немного. Они всегда выделяются среди окружающих. Как правило, они становятся успешными руководителями, политиками, бизнесменами, журналистами и находят себя во всех профессиях, что еще раз доказывает, что риторика играет наиважнейшую роль. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.